Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 декабря, и так как по техническим причинам у меня не было интернета несколько дней, в понедельник выпуск не вышел, хотя я заранее расписание вам все рассказала, но у нас погодные условия очень сильно на нас влияют. Был буран, порвались провода, не было интернета. Вот сейчас я вам этот выпуск запишу и выложу. У нас в Сибирь пришли морозы. До 30 градусов ночью доходит. На улице холодно, выходить неохота. И это самое время посамообразовываться. Еще раз прочитать все, что нас интересует. И вот сегодняшняя тема будет. Много-много раз я говорила на эту тему. Буду рассказывать еще раз. Конечно, болезни томатов и, конечно, фитофтора. Я и летом, вот вам сейчас напомню, о чем летом говорила. Летом и статью выкладывала, и видео снимала. Но летом у нас время мало, и я больше чем уверена, что многие даже не читали статью. Может быть, не все видео увидели. У кого-то в садовых участках нет видео. И вот вчера или позавчера ко мне пришел экземпляр журнала «Мои любимые томаты». Я начала его перелистывать. Они печатают мои статьи. И вот вышла очередная статья. Они мне высылают один экземпляр. Ну, как автору статьи. Ну и как всегда, я все, что написано в журнале. Свою статью я же, конечно, не читаю. Я все остальное перечитываю. И наткнулась опять на болезни томатов. Сейчас мы освежим вот это все и больше всего будем говорить о фитофторе. Хотя тут очень много интересных тем. Вот томаты без ошибок. Смотрите, какая красота. Я не могу, я увижу картинку. Томаты, которые мы выбираем, сорта, уход, хранение, томатные секреты. Мне все это интересно. Что не любят помидоры. Сейчас прям быстренько пройдусь. Дождевание и полив по листве. У томатов от этого пыльца становится стерильной, плоды не завязываются. Учтите это, сверху полив они не любят. Слишком жирную удобренную почву, большая вероятность жирования. Залив водой по всей площади грядок, тоже не любят. Глинистые тяжелые почвы, они холодные, недостаточно воздуха непроницаемые, тоже не любят. Повышенную влажность не любят, происходит опадение завязей цветов. Это в теплицах может нам грозить. Туманы и холода, происходит поражение грибковыми заболеваниями. Вот эти 6 пунктов вы должны знать наизусть, все начинающие, не только. Потом, так делать нельзя, вот тут есть. Потом, что еще интересно, а вот тебе и пасынки, как из томатной листвы делать эту. Ну, для обработки раствор, я все это, у меня тоже есть видео, я зимой показывала вам, как это делать. В том статье «Лучше не долить, чем перелить», о том, что они не любят перелива, будут водянистые. Как ускорить созревание томатов осенью. Вот мне все интересно. Я читаю запоем от корки до корки. Хотя половину всего этого я уже знаю. Потом секреты лёжкости томатов. Тут указаны сорта, которые хорошо хранятся. Но опять же указаны те, вот я что говорила, которые специфические. Вот эти жираф, лундкипер. И указан еще Добарау и Сан-Марцано. Но этот список я могу как пополнить, увеличить 2 или 3 раза. Я про все томаты вам рассказывала. А вот, кстати, моя статья про грунт. Но мы сегодня будем говорить не про грунт. Это вы все уже, как я выращиваю рассаду. Мы сегодня будем говорить про заболевания, я то ли пролистала. И в основном про фитофтору. Все заболевания наизусть. Я, конечно, не помню, я сейчас вам перечислю, чтобы вы знали, а потом буду говорить только о фитофторе. Что и кто вредит томатам? Вот начинается болезни. Курчавость, серая гниль, бактериальное увядание, септориоз, корневая гниль, некроз стебля, фомоз, мозаика, коричневая сухая пятнистость, бурая оливковая пятнистость, вершинная гниль, мучнистая роса, стриг, черные точки. И самое главное, фитофтороз. Вы видите, сколько много заболеваний.
Ну, какие-то встречаются редко, какие-то не встречаются у нас на участках вообще. Вот у меня вершинные гнили, нет совсем, вообще никогда нет. Я вам говорю, я вам уже рассказывала, почему, потом про нее сниму отдельное видео. Потому что я ежегодно, по несколько раз в сезон, я добавляю золу. Я золой пользуюсь очень часто. И вот этот вот вершинная гниль, это же недостаток кальция. И вот этот кальций у меня, вероятно, уже в избытке в почве, ну, в достаточном количестве. Вершинки нет никогда. Сегодня буду говорить только про фитофтороз, потому что он считается, вот даже здесь написано, самое распространенное заболевание томатов. И летом я вот писала статью, сейчас напомню, кто не читал, я писала, что фитофтороз одно из самых опасных распространенных заболеваний томатов. Фитофтора начинается с поражения листьев, обычно нижних, стволов, идет выше и выше, и обязательно, однозначно доберется до плодов. Если, например, видимых повреждений плодов нет, но растение внизу уже повредилось, когда вы плоды снимете, положите на хранение, они обязательно испортятся. Потому что если уже там даже невидимые вот эти вот микроорганизмы есть в растении, они проявят себя, начнутся черные, бурые пятна, все. Вот вспышка фитофторы, она, многие знают, что она может неожиданно вот так возникнуть, раз и уничтожить посадки томатов вот прям в несколько дней. Это бывает очень часто, но особенно это бывает во второй половине лета, я уже называла причины, по каким причинам чаще всего возникает фитофтора. Во время дождей, во время туманов, вот пониженная ночная температура, росы. Вот этот перепад температур, когда днем тепло, а ночью очень холодно, большая вот эта разница между дневной и ночной температурой, это очень все хорошо провоцирует это заболевание. Или если в начале лета влажная погода с дождями и высокой температурой, ой, не высокой температурой, низкой, но болезнь может начаться даже немного раньше, не во второй половине лета. Бывает лето дождливое, вот все лето дождливое. Так что вот из этого мы можем сделать заключение, что фитофтора может прийти не обязательно осенью, не обязательно во второй половине лета. Если у нее будут условия для нее благоприятные, она может прийти и в начале лета. И многие-многие задают вопросы, мои зрители и вообще, ну даже кто-то даже не пишет, но в голове все равно этот вопрос возникает. Как бороться с фитофторой и когда начинать борьбу? Ну сейчас я вам расскажу нюанс. Если бы мне этот вопрос, ну вот как, когда задают просто так, конечно, я отвечаю, что борьбу с фитофторой надо начинать уже тогда, когда мы высаживаем в теплицу или высаживаем в открытый грунт. Уже тогда, вы знаете, мы поливаем лунки фитоспорином, все это начинаем обработки профилактические, когда еще нет заболеваний. В результате вот таких профилактических обработок болезнь может вообще не наступить. Но если мы задумаемся, если вот так вот копнуть глубже, то начинать борьбу с фитофторой нужно ведь уже зимой, в январе, феврале, и мы это и делаем. Просто сами того не сознаем. Вот когда мы заносим грунт, вспомните, мы заносим грунт в лотках, ну там или в чем-то, и перед тем, как начать посев, мы обязательно его протравливаем. Кто-то марганцовкой протравливает, кто-то поливает фитоспорином, кто-то, ну не буду перечислять все вот эти препараты, вы все это знаете. Для чего мы это делаем? Конечно, мы уже начинаем борьбу с фитофторой. Обрабатывая землю, мы уже готовим такой, как сказать, ну, чтобы был, делаем все, чтобы был потом большой урожай, чтобы не было болезней, все. Дальше протравливаем семена. Это тоже происходит в январе, если для теплиц сеем, или в феврале-марте, если вот, ну, у кого, в каком регионе, смотря, но все равно это зима или весна. Также травим марганцовкой, травим всеми препаратами, вот теми, которые убивают, и в фитоспорине замачиваем. Все наши действия, начиная с зимы, январь, февраль, март, апрель, когда мы выращиваем рассаду, когда мы рассаду поливаем фитоспорином, когда мы делаем обработки, все это направлено на борьбу с самым главным нашим заболеванием – фитофторой. Ну, конечно, и черную ножку при этом мы тоже предотвращаем. Но самое главное – фитофтора. Потому что если мы вырастим здоровую рассаду, это уже 100 раз сказано всеми, и я говорила, повторю еще раз, особенно для начинающих. Если мы вырастим здоровую рассаду,
оно будет более сильное, крепкое, выносливое и менее восприимчивое вот ко всем этим болячкам и к фитофторе. Фитофтора ведь, она даже если есть условия для нее благоприятные, она выберет обязательно слабое растение, ослабленное, за которым не ухаживали, которое не обработанное, у которого есть уже все предпосылки. Но это так же, как с людьми. Выведи на улицу группу людей, кто заболеет. Самые слабые, или дети, или пенсионеры. А те, которые здоровые люди, молодые, здоровые, с крепким здоровьем, они останутся. У растений все точно так же. Самое слабое заболеет, поэтому начинаем уже зимой. Так, сейчас я хочу еще сказать. Так. Это я говорила. А, что вот смотрите. Вот сейчас появилось много новых средств. Я говорила вот про те, которые начинаем фитоспорином поливать. Сейчас вот я упоминала и гомаир, и аллерин. Я не знаю, насколько они действенны или недейственны, все вот эти вот наши действия. Я очень часто отвечаю людям, что иногда мы все это делаем и для самоуспокоения. Может быть, наше растение и не заболело бы, если бы мы даже вот эти 2-3 обработки не провели. Но когда мы делаем эти обработки, вот наше вот такое как... Наш психологический настрой, он более оптимистичный. Мы знаем, что мы обработали, мы все это полили, мы все это сделаем. Мы спокойны, мы не нервничаем, мы занимаемся своими делами. И я еще раз хочу сказать, ну никто не может определить, от чего не возникла болезнь. Или от того, что мы вот, например, фитоспорином полили, или от того, что у нас лето сухое, или от того, что у нас рассада здоровая. Это огород, это тайна, покрытая мраком. Бывает, люди вообще ничего не делают, ничего не добавляют. Получают хорошие, большие урожаи. Я вот делаю мало обработок своих томатов, но просто потому, что у меня не хватает времени. У меня слишком много посадок, у меня там все свои дела. Но если человек свободен, если у него времени много, ну, такого лишнего, лучше всего, конечно, обрабатывать и все-все эти профилактические меры делать. И вот сейчас рассмотрю варианты профилактики от фитофторы. Сразу говорю, они делятся или на химические обработки, или народные средства. Тут вы должны сами выбирать. Народные средства подойдут только тем, у кого позволяет большое количество времени делать их часто. Вот чесночный настой, он испокон веков использовался, вот долго-долго использовался, и говорят, что он работает, но им нужно проводить обработки очень регулярно, все лето, например, раз в неделю или раз в 10 дней, то есть если 2 месяца, вот вы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь обработок должны сделать. И расход чеснока большой, потому что там нужно такие концентрированные, я как делать все это говорила, летом будем рассказывать еще раз. А если вы, например, работающий человек, если вам некогда, то вам, может быть, стоит сделать всего 2 химических обработки, то есть препаратами, купленными в магазине. Вот сейчас очень хороший препарат Хом, Ардан, наша традиционная вот эта бордоская смесь, которую сейчас многие хают, она очень дешевая, доступная, и она действует безотказно, если вы 2 раза в сезон обработаете. Но я помню, мама моя делала так, и бабушка, и все ели, и нахваливали помидоры, и сейчас вспоминаем, что помидоры были в то время очень вкусные. Но мы же их все бордоской смесью обрабатывали. И вот если вы не приемлете вот таких вот, например, как сейчас я говорю, вот сейчас уже все ругают, это медь содержащие, это нельзя, это очень вредно. Поверьте, вреднее продукты в магазине, которые мы покупаем, от хлеба до молока, все вредно. Нет времени, обрабатывайте хомом, арданом, бордоской смесью, любыми медь содержащими. Это очень, это гарантирует, что у вас болезни не будет. Если вы не приемлете вот химические вот такие обработки, но обрабатываете, значит, чесночный... Так, народные какие у нас средства, сейчас я скажу. Вот, есть чесночное, обрабатывают люди молоко с йодом, обрабатывают всякими растворами с зеленкой. Еще очень хорошо зольное опудривание, вот я этим пользуюсь. Зола, она как антисептик, и вот я вокруг стволов томатов все это опудриваю. Вы должны сами... В начале сезона, перед началом сезона выбрать, будете ли вы делать вот такими редкими, но эффективными химическими, медь содержащими,
Или у вас есть время, будете весь сезон вот народными средствами какими-то. Народных средств тоже очень-очень много. Там и сывороточное опрыскивание сыворотки, и всякие-всякие биопрепараты. Они тоже дороговатые, они слабые немножко по действию, слабее, чем химические. Но если вы будете весь сезон обрабатывать, они тоже дают результат хороший. Вот все огородники делятся на две части. Или вот так, или вот так. Я сразу скажу, что я комбинирую. У меня, если есть время, конечно, я и зольное опрыскивание сделаю, и от вредителей могу тот же мыльный раствор сварить с золой, чтобы не использовать химические вот эти вот инсектициды. Но если у меня нет времени, и я вижу, что, возможно, вот-вот будет фитофтора, что погода сырая, плохая, конечно, я обработаю орданом. Это проще, это быстрее, это дает хороший результат. И если вы обрабатываете еще до того, как у вас уже томаты, за 2 недели до употребления, все это вымывается, смывается дождями, все это растворяется, разлагается. Я не думаю, что большой вред они приносят. Все люди, половина, по крайней мере, огородников используют это. Никто не... Ну, те препараты, которые продаются в магазинах, они все равно протестированы. Они проверены, люди проводят научные эксперименты, и если оно продается, значит, оно не несет такого вреда, как сейчас некоторые пишут в интернете. Вы все умрете, если это, то нельзя. Ну, когда у человека есть два варианта, или он обработает, например, хомом, орданом, или он вообще потеряет весь урожай, то, конечно, многие склоняются к обработке вот такими химическими препаратами. Но вы должны думать сами. Я не могу вам сказать, что вот обрабатывайте только этими. Я сама говорю, что я комбинирую и народные средства, и препараты. Дальше что еще нужно знать? А, да, если, например, у вас какое-то время свободное, опрыскайте фитоспорином, если хорошая погода. Этого достаточно иногда. Наступают дожди, холода, туманы, но обработайте медсодержащими. Вот эти голубое опрыскивание сделайте. Если один раз в сезон или два раза в сезон, это все нормально. И еще, вот сейчас, когда я рассказываю вот в подвале про хранение томатов, вот про длительность хранения, самое главное, вы должны понять, что и длительность хранения, и все остальное зависит тоже от того, здоровый томат или он больной. Потому что я уже говорила, что томаты такие же овощи, как морковь, капуста, что там свекла, их можно долго хранить. Вот у меня сейчас уже лежат они 2 месяца, сняла зелеными, они все дозревают. И только благодаря тому, что они не заражены фитофторой, я имею возможность их хранить. И, возможно, даже дохраню до Нового года. Я по комментариям зрителей вижу, что многие умеют так делать, многие хранят. Но главное условие для хранения – томаты должны быть здоровыми. И чтобы... в случае заражения, конечно, ничего не получится. И чтобы на будущий год положить на хранение свои томаты, мы должны сейчас уже в январе, феврале и в марте, начиная посевы, должны задумываться об этом, обрабатывать грунт, там обрабатывать семена, обрабатывать потом посадки и следить, чтобы фитофторы вообще не было на участке. Тогда томаты будут храниться долго, тогда с этих томатов вы сможете собрать здоровые семена. Из этих семян вы посадите на будущий год рассаду здоровую, вырастите, и цикл замкнется. Эта здоровая рассада даст крепкие здоровые растения, которые будут меньше болеть. Они дадут здоровые плоды, которые можно будет сохранить и взять на семена, а с этих семян опять получится здоровая рассада. Все. Вот нужно, чтобы эта цепочка не прерывалась в течение 1-2 лет. Если вы избавитесь от фитофторы, у вас все будет. И свои свежие томаты на новогоднем столе, и здоровая рассада, и меньше хлопот. Главное, чтобы с самого начала, вот с января начинать, и не упускать ни одного, как вот из этого цикла, ни одной вот такой операции не должно выпасть. Ни обработка земли, ни обработка семян, ни обработка растений. Все должно быть вот так вот. Все. И тогда на новогоднем столе у вас будут свои свежие томаты, выращенные на своем участке. Что может быть лучше и вкуснее? Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Рассказ, конечно, немножко длинноватый, но я хочу не только вам дать вот точные инструкции. Нужно обрабатывать вот этим и нужно обрабатывать вот этим. Я хочу до вас донести, чтобы вы поняли саму, как,
сам смысл вот этого огородничества, что все одно от другого зависит. А фитофтора – это самый главный наш враг, искоренив который, мы получим все, у нас будет хорошо, и хорошая рассада, и долгое хранение. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот сейчас холодно. А, у меня зрители спрашивают, не могут найти вот этот, как огородная азбука, огородный ликбез. Все видео, снятые зимой, не в огороде, это и есть огородная азбука. Просто я не могу в название его вставить, названия и так длинные. Если выходит сейчас декабрь, январь или февраль, это все огородная азбука. То есть мы повторяем, просвещаемся, вспоминаем. Кто этого не знает, узнаем что-то новое. Кто это уже знает, просто освежаем. Все, до свидания.